Знаете, как говорят, хлеб всему голова. Но и где, как не здесь, в Бариновке, об этом рассуждать. Да, сегодня мы приехали в Бариновку Нефтегорского района. Это село основалось в 1780 году. А вот чем сегодня люди здесь занимаются, и самое главное, помнят ли и применяют ли они те самые драгоценные рецепты. Пойдемте узнаем. Что здесь хорошего? Вот вы здесь столько лет живете, наверное, не уезжаете. Что, нравится? Ну, нравится. А чем? Никогда не уезжала. Привыкла, наверное, просто. Кажется, лучше всех нашего села нет. Мельница у нас есть. А вы застали, вот когда еще старая мельница была? Старая мельница, да. Ну, я плохо помню. Я маленькая была, когда там муку мололи и это. А слушайте, а вот в домах сохранились какие-то рецепты, может быть? Ну, там... Вряд ли, потому что местных жителей осталось уже очень мало, в основном сейчас приезжие и как бы больше дачников. А через поколение там бабушки, прабабушки ничего не передавали? Ну, вот еще меньше. А вообще здесь вот в селе чем занимаются помимо мельницы? Держит ли кто-то животных? Животных стало очень мало. Раньше здесь был колхоз имени Чапаева. Было две фермы, овцеводческая ферма, лошади были, молочно-товарная ферма. Где работают в основном люди? В основном люди все работают на колесах, то есть все куда-то едут. А ну там какие-то подворья, может быть, есть у кого-то? Ну хотя бы куры? Ну вот куры, наверное, дворов 10 и то осталось. И все? А потому что, знаете, то, что здесь у нас и фермеров как бы не осталось, может, из-за зерночего, но нету. То, что и здесь жители-то остались в основном приезжие, которые вот переезжают. В школе осталось 4 класса, раньше была 8-летка. Но здесь в основном такая больше дачная жизнь. Дачная теперь, да, как бы село. Село так хорошее, близко к городу, и дороги, вот видите, у нас все-таки нормальные, как бы. Для жизни это подходит село? Ну да, вот. Ну потому, наверное, не переезжайте. Видимо, хорошо здесь у вас все-таки. Неплохо. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня? Да, вы далеко уезжаете от меня. Ой. А может и стоит начать вставлять палки в колеса. Здравствуйте, красавицы. Ну почему? А что вы такие необщительные здесь? Да перестаньте, какие вы страшные. У вас здесь все необщительные такие? Да, у нас на улице 2 бабки вот осталось, и никто здесь не живет. Вот, какая-то пустынная улица нам попалась. Пойдем дальше искать. О, мужчина. Мужчины всегда должны быть разговорчивы. Здрасте. Как вас зовут? Василий. Василий, а меня зовут Мария. А вы здесь давно живете? Я с 90-го. Почему сюда переехали именно в Бариновку? А я с Таджикистана, с Учкудука. О, как далеко. А, оттуда. Как... А что там все, развал получил. А почему именно сюда, в Бариновку? А больше куда, вот так получилось. Вот первые впечатления у вас какие об этом селе были, когда только приехали сюда? Нормальные отношения, все. Все здесь как приняли люди? Нормально все. Сразу колхоз устроить. А здесь вообще люди дружелюбные? Нормально, да, все нормально. Знаете кого-нибудь из соседей или уже не всех? Ну, а как же, знаю, кто живой еще. Какой вы оптимист. Да. Многие уже ушли. Ну, тут приезжают же, дома стоят, строятся. Да. Это значит, много новых приехало? Ну, приезжают сейчас, не знаю. Вот с той стороны обычно, за мостом, там все. Строятся, да? Приезжие, ну, кто побогаче, там. Но здесь как, кто-нибудь живность какую-то держит? От деревни что-нибудь осталось? Курей больше ничего не держит. Сейчас огороды пойдут, тогда вообще. А ну огороды здесь все-таки люди держат, да? Ну, без них никак. Ну, хоть огороды остались в деревне, да. Это и то спокойно, да, на душе. Вот она, та самая знаменитая бариновская мельница. Уж здесь-то точно знают, как печь хлеб. Пойдем, узнаем и мы. Можно начать с мельницы, действительно. Пойдемте поближе подойдем, а вы расскажете. Насколько мне известно, эта мельница, в общем-то, она изначально здесь стояла, да, ее просто привели в порядок. Да. А по нашим данным, это единственная в России работоспособная мельница, которая находится на своем историческом месте. Именно поэтому, по этим параметрам она является действительно единственной в России. Сюда приезжают люди только из Самарской области или все-таки из других регионов? Потому что она же единственная в стране. Да, ну вы знаете, у нас мы находимся на трассе М5, которая как раз ведет вот в сторону как бы странам ближнего зарубежья. То есть к нам приезжали из Казахстана, из Таджикистана даже заезжали. Вот. Но не только из того направления к нам приезжают, но к нам приезжали из Москвы, из Хабаровска, то есть со всех практически точек. Добрый день. Здравствуйте. Вы у нас, собственно, мельник. Так оно и есть, да. Как здесь это все у вас устроено? Это довольно сложный механизм, о котором я сейчас вам постараюсь рассказать. Давайте. Вот перед вами сам процесс начинается, видите, перед нами жернова. Жернова – это устройство, которое перетирает или перемалывает зерно до состояния муки. А сейчас мы пройдем с вами в начало, где этот процесс непосредственно начинается. Крестьянин поднимался вместе с мешком по этой лесенке и высыпал зерно, а зерно тогда было в основном рожь, вот в этот бункер, который назывался «житник». Везде, в разных регионах это по-разному называлось. Но вот у нас назывался он «житник». То есть вот по этой... А почему у нас «житник» назывался? Ну, мука – это, наверное, жизнь. Как-то вот это с этим связано. Поэтому «житник», потому что когда люди, значит, размалывают, получают муку, хлеб, то есть люди живут, это питание этим, то есть это жизнь. Хлеб – это жизнь. Какие все-таки самарцы всегда были предприимчивые. Предприимчивые, да, люди были. Мельник всегда, знаете, настолько уже привыкал вот к самому процессу помола муки, и он качество муки определял даже вот на вкус. Он брал эту муку в рот, он ее чувствовал, он брал ее в руки. В основном эта мельница производила ржаную муку, потому что до конца 20-х годов прошлого столетия здесь выращивалась рожь, пшеница. Здесь имеется в виду рядом с Бариновкой? Ну и в Бариновке, да можно сказать и в Поволжье, потому что сейчас очень часто вот говорят о пшенице, о белотурке так называемой. Но это было позволено только людям богатым. Сюда приходили непосредственно крестьяне, ну в основном женщины с детьми. На мельнице были большие сита вот такие. Если здесь вот мы видим с вами вот маленькое, я потом покажу, то вот точно такое же сито, только оно вот оно было большое. В это сито бралось зерно грубого помола, специальный короб, ящик квадратный вот здесь стоял, и они просевали его. Вручную? Вручную, да, до отруби. Сильно крестьяне зависели от погоды? Конечно. Ну, всегда от погоды зависели, поэтому я вам хочу что сказать. Здесь она работала всего 4 месяца в году. Это вот такие переходные периоды времен года, например, осень, зима. Это где-то у нас получается с октября там, на ноябрь, декабрь 2 месяца. И, например, когда заканчивается зима, это февраль на март. Вот эти вот месяцы, то есть... Ну, когда ветер, собственно. Когда ветер, да, переход, вот этот переход, в это обычно ветра именно были в этот период. Ну, и вы знаете, вот как-то, наверное, по жизни все-таки это подходило, потому что она вот работала именно, когда заканчивались... уборочная компания, то есть люди освобождались и занимались хлебом, чтобы прокормиться. И перед началом посевной кампании, то есть люди уже использовали хлеб для себя, они знали, что им надо, и уже оставляли непосредственно лишнего даже зернышка, ведь для того, чтобы, как вам сказать, посеять и все, потому что люди этим питались. Когда начинались ветра здесь, значит, приезжали жители с других районов, даже вот с Оренбуржья, по-моему, приезжали, там с Бузулука приезжали, здесь же был солевозный тракт еще, кроме этого, и здесь выстраивались очереди. В Бариновке даже вот мой дедушка, значит, предоставлял жилье вот именно тем, кто приезжал, чтобы размолоть муку. Она работала круглосуточно. Вы сказали, что даже вот ваш дед, да, он принимал в гости людей, которые сюда приезжали воспользоваться мельницей. А как вообще, в принципе, сельчане реагировали, то, что у них вот здесь такое предприятие, если можно сказать, работало? Ну, вы понимаете, во-первых, здесь как реагировали? Во-первых, сельчане, они могли здесь работать и зарабатывать деньги. Здесь всегда была работа у людей, во-первых, и потом мельница, она все-таки вот, как вам сказать, ну такая база была, наверное, ну, питательные для населения. Как бы там ни было, они в трудный год все равно, ведь мельник помогал людям. Немножечко придут, попросят, там люди голодали, он как-то находил выход, в долг давал им. То есть они могли здесь взять что-то, попросить на пропитание, а потом с ним рассчитаться, например, с нового урожая. Вырастил зерно, и оно будет просто в мешках лежать, никому не нужно. А здесь вот они его размололи, раз продали, получили денежку, что-то еще купили в семью. То есть мельница, она, знаете, это, как сказать, ну, градостроительный такой объект был для нашего села. Кроме этого еще Бариновка что? Здесь было много озер. Но они и сейчас, собственно, есть. Была рыба, было много дичи, лес у нас был хороший. Но... А вы сами отсюда тоже, да? Да, я коренной житель. Но мельница, это, ну, я просто сказать, если русским простым языком, это была кормилица для нашего села основная. Шахабалу любили заказывать здесь помол муки. Ага. И вот из уст в уста у старожилов переходила вот эта вот история о том, что когда длинные вереницы, конные подводы с Самары подходили к Бариновской мельнице, местные говорили: «О, опять шахабальщина едет. Им надо молоть, так молоть». Что это такое у нас? Это вал, вертикальный вал, который вращает рабочие механизмы мельницы. Основной вал. На нем все, в общем-то, и держится. Да. А какого года он? Он как раз, ну, 1848 года. То есть это вот он остался? Он остался весь полностью. Слушайте, 1848 год. Да, совершенно верно. Причем это мачтовый лес. Это не братый лес, то есть здесь смола в нем сохранилась. Кстати, прикоснуться к истории в буквальном смысле. Ну только обнимать не надо, а то провалимся. Нет, мы не будем обниматься, мы будем держаться на расстоянии. Не, обниматься можно, только... Это ручные мельницы, которые раньше тоже использовали в хозяйствах, в частных, да. Это уже дома, да, использовали? Да, это тоже использовали чаще всего, конечно, в богатых домах, вот у богатых людей. Начинаем крутить. И вот видите, между камней у нас уже появляется мука. О, да, ну тоже. Тут вот немножко тяжело. А можно попробовать? Да. И вот мы уже с вами получаем такую муку. Так, друзья, сейчас мы тоже присоединимся к этому увлекательному процессу. Так. Давайте я вам придержу. По часовой стрелке. По другую сторону, да? Да, да, да. Ну, это не так просто. Не так просто, да. Хотя камни очень близко друг к другу, да. Слушайте, сколько вот так надо крутить, чтобы хватило на буханку хлеба? Ну, минут 15, наверное, надо. Ничего себе, вот какие накачанные все получается. Минут 5 и лепешка. Мне кажется, потом лепешку не захочется есть. Минут 5, бывает даже и подольше крутит. А, ну, вообще что-то в этом желании есть. Сил, да. Вообще интересно. Вот смотрите, да, между камнями вот уже мука падает. А где? Вот, а потом это я все намолотила? Да. Боже мой. У нас здесь получается мука очень грубого помола. Ну, на лепешку-то хватит. Да, на лепешку хватит. А мужчины вообще занимались в домах? В основном женщины. В основном только женщины. Это женская такая работа была. Хотя и нелегкая, да. Ольга, а вы сами откуда? У меня папа здесь жил, папа мой коренной житель Бариновки. Угу. Вот. А вы сюда приезжали, получается? Я сюда замуж вышла, вот, и живу теперь здесь. А в самой Бариновке есть ли какие-то рецепты? Пекут в домах? Хлеб? Да. Ну нет, в основном уже печей почти нет ни у кого. Раньше же в печах пекли хлеб. Угу. Вот. А сейчас... А в вашем детстве пекли? Пекли, да. Я помню, бабушка, вот у нее была печка. И каравай большие, хлеба пекли. Это я хорошо помню. Даже вкус запомнился хлеба. Вот он такой. Бабушка у меня пекла на хмелевых дрожжах, использовала хмельные дрожжи. Мы сегодня с вами будем готовить бариновские баранки, которые будут частично замешаны из нашей муки, которая молит наша мельница. Мы сейчас уже успели намолоть. Отлично. Получается, следующий шаг. Будем дальше делать уже что-то печь. Будем уже формовать с вами баранки. А это уже какой-то старинный рецепт, да, местный? Смотрите, у нас пекарня работает вся на старинных рецептах. Главное... Это именно бариновские же баранки, значит, они... Бариновские баранки, да. Значит, это рецепт 18 века. Это исконно русские баранки, которые пекли все наши бабушки и прабабушки. Как-то это надо еще приловчиться. Давайте мы сделаем вот... Вы сделаете красиво, а потом мы покажем красивый кадр. Давайте. Мельница – это такое предприятие градообразующее, если можно так выразиться. То есть на все село здесь несколько веков держалось на ней. А сейчас, когда восстановили, сюда приходили местные жители искать работу тоже вот, по классике. Да? Как это было, расскажите. Ну, во-первых, самая главная задача от главы района у нас и была для того, чтобы в парке работала у нас основная масса. Это наше население из Бариновки. Чтобы у людей появились рабочие места и чтобы село возрождалось. К нам стали приходить мужчины. Каждый второй, кто приходил, говорил, эту мельницу строил мой дед, а здесь вот мельником был мой дед. Следующий приходит, говорит, это, говорит, был мельником мой дед. И я немножко была, ну, в таком замешательстве, думаю, как интересно. Либо у них один дед, либо это такое большое, как бы, смена поколений, да, и которая действительно... И как потом выяснилось, что, например, в 18 веке там был дед один, это его праправнук уже, да, в 19 веке это был там дед другой, уже в 20 веке третий. Но каждое время другой человек владел этой мельницей. Но, насколько я поняла... Все равно это была своя наследственность. Она передавалась от деда, например, там, к племяннику, или там, внуку, или там, сыну. То есть в любом случае это одна большая семья. Но она имела большие ветки, и поэтому практически каждый третий, кто здесь работает, они имеют непосредственное отношение к этой мельнице. Они родственники в тот или иной период того, кто на этой мельнице работал, или строил, или там служил каким-то образом. Какие они прям вздулись, румяные у нас получились. Да, достаем, да? Да, аккуратно достаем и на стол. О! Так. Сюда ставьте. Красавчики какие. Вы здесь в Бариновке живете сами? Местные все, деды, прадеды, все. Чем занимался ваш отец? Отец занимался, ну, сколько я помню, вот на мельнице он так и работал. Сколько лет в общей сложности проработал? Да он только на это что-то... Он всегда, я 28 лет на ней проработал. Вот на этой самой бариновской мельнице? Да. Ну, вот домой приходил после работы, уставал? О, весь какая-то в муке, особенно зимой, еще что-то. Ну, одежда какая была там? Ага, шуба была вся, ага, шуба, шапка, придет. Мать, да, зовет бабка челюжный веник. Ну, домой заходить, он что, чтобы... Чтобы муку смести с него? Ну, с него, да, там весь пропитается. Ну, представь, там была какая и мука, и там и все, и пыль, когда мололась. Ну, и вот приходит, что, как, ну, а что, как, ужинали, что, а как жили-то? Мы жили там у фермы, ну, и землянки были, построек более не было. И еще спасение, вот такая печка была. Ну, а дома пекли, кстати? Вот мама пекла? Да только дома пекли, потому что магазина ничего не знали. Ну, магазин был, ну что, подушки, конфеты, пряники. А что, трудодни были в колхозе, денег у кого ничего так более не было. И вот все, и вот работали. И вот какие-то в Бариновке были свои рецепты? Вот, может, хлеб как-то по-особенному? Ой, это у каждого свое, обычно пироги, ну вот обычный, ну, праздник, ну, это религиозный праздник, в основном справляли, тем более на Пасху. Ну, и так пекли, вот, ну, вот, понял, ну, что, пацанят, на печку залезем. И вот она всю ночь, надо опару замесить, ну, держа, деревянные держа такая была. Это там целые проблемы, это надо хлеб испечь, там кое готовится. Вот это опар заливает, там, муку, То есть вы тоже готовили вот это все? Ну да, мы зачем? Мы с печкой наблюдали, что залезем на печку, что на улице сопли наморозим, одно спасение на печку было. Она вот, да, мешает тесто, а ну что там тошла, его постоянно было, что она подходит, держи, вылази и такая. Ну и тесто. И вот ее постоянно мять и мять. И тут же ехали, тут вся, и даже с других областей, из Ульяновской, Саренбургской. Чтобы молотить? Нет, были мельницы, но такой муки, как то, что славилось, голландские жернова. Такого помола нигде не было. В детстве вам приходилось бывать у отца на работе? Да постоянно. Мы так и жили, особенно весной. Вот сейчас начинается сезон. Ага, ну где-то вот апрель. С усика вылазить, все, со школы приходишь. Ну какая одежка там, сумку. Клеил быстрее, ну что там, шаровары какой-нибудь там. Ну одежка какая, я говорю, 50-й год был там, 60-й. Брейн, май там, айда не поешьте хоть, на чего-то. Рогач, чугун со щами, ведерный, достань, порежет нам хлеба. Некогда, мама, или кусков в карман, ну некогда. И на мельницу. Как-то приходилось там помогать в чем-то на мельнице? Помогать, ну вот, приходим, ага, отец, так, ну, отец, ну, тут мужики обычно все как. А на конфетке ходит в работу? Конечно. Пошли сюда, и вот вниз сюда, где шестерни, спускаемся. Там, ну, самодельный раньше, не ведро, а бадья звали ее. С этим, с дегтем. И помазок вот такой, ну, с ручкой всего помазок. И вот эти шестерни, все надо каждый зуб промазать. И мазались только дегтем, ни солидолом, ничем нельзя, только дегтем. Специальный дегть. И вот вы мальчишками там лазили, и это все мазали? Зарабатывали, да, на кино. Сейчас у вас возрождается традиция, можно сказать. Вот вам мельницу здесь реконструировали, в Бариновке. Кстати, вот как отреагировали? Рады? Ну-ка, ну неужели людей? Ну вот, ну мне вот по моим годам, ну вот мне сколько сейчас? 74 выходит год, вот будет скоро, да. Ну, я же говорю, ну, это радость, вот, до слез прибывает в другой раз. Ну, вот, ну, считай, все детство, все вот, в основном на мельнице. Вся деревня, вся молодежь деревня потянула, да, дачи скупать, дома. Как вы думаете, почему? Ну, почему, ну, как это говорит, я вот, представляю, я вот с рода, я говорю, другой раз, вот, ну, я всю жизнь шофером работал. Или так вот в гости, чего, заедешь, ночевать не останусь. Ну, как, а на Победе, насчет покойники, своячи, ну, жены, сестра с мужем жили там. На 7-м этаже там, ну, прям центр Победы, Теремокс, прям через дорогу тут они жили. Ага, ну, там именина, что еще, ну, так, другой раз, к ним же. Приедешь, эти трамваи стучать, хренять, ой, и трамваи, эти троллейбусы кругом, суматоха, ну, как я представляю, не, я говорю, сейчас пешком домой выйду, сама, я говорю, я тут не переночуюсь. Да как это, представляю, меня в городе жить, в такой суматохе, никуда, в магазин не зайдешь, там очередя, там толкается, там ругается. Ну, тут деревню вышел он, ага, в огород сейчас вышел, тем более сейчас лето. Сейчас с бабкой в парнике убирали. Я сейчас тут тоже, все мы тут, никто не уехал, наш порода. Ну-ка, ты с краю сидел, я, ну, напротив, что-то. Ну, что-то разговаривались про это, про старину. Говорю, Вадимка, ну, как он был? Ну, лет 8 он там, или сколько был. Говорю, Вадимка, вот такой, как ты был, в наше время, говорю, по Самарке пароходы плавали. Скатила, чашка со чаем упала. Дед, что, совсем кукушка поехала. Я ее сейчас по колено перехожу. Я говорю, в нашей, вот, как ты, ну, где-то вот, 56-й год, 57-й, ну, сколько мне, 6-7 лет было. Ну, этот баржи, бедный катер в утеку, ну, за зерном обычно тащит, ага. Что он где-то там спиридонки в домашке, а гуди, а дым от него, ну, на течение. Вы бегали встречать? Ой, пароход, ну, в городе не были, не видали. Ну, чего тут все лодки, ну, долбленка, ну, все лодки в каждом дворе были. А пароход где мы видали? Ни в Самаре, сроду, нигде не были. Как услышим, ой, пароход, пароход, глядеть. И все бежим на гору туда. Бурановские, а у нас есть бариновские бабушки. И на быках работали, и на лошадях работали. А тут уж машины пошли, работали всю жизнь доярками, и до самой пенсии. А сейчас коровы кто-нибудь держит? Нет, никакой скотины, ничего нету. Вообще по селу нигде нет? Вообще мало есть, но мало. Коровы, наверное, три. И так вот мы и живем. Мельницу ее реставрировали, мы на ней работали, на этой, на мельнице. Вот когда она еще была, да, вот рабочая? Да, она еще ветреная была, тогда бывало, там, знаете, сколько народу было, молоть-то на нее надо, когда ветер подует, а ветра нет, и она не работает. А ветер-то, когда подует, там, что, с мешками... Мололи там, сидели, дневали, ночевали, очередь. Даже ночевать приходилось? Ночевали, очередь ждали. Ветер подует, и молоть может очередь моя, и уйду. А в домах-то кто-нибудь уже печет хлеб, я не знаю, пирожки, вот по этим рецептам старым? О, да хоть сейчас пеки, сама тесто делают, и хлеб есть, сейчас сами пекут. Сохранились рецепты эти? Ну, а что же рецепты? Сохранились. Мы вот пекли сами, бывало, печи были, сейчас... Хлеб-то махом испекется. Раньше ж надо дрожжи сделать, заквасить, поставить опару. Это опара выкиснить. А потом надо ее замесить, поставить их. Но она сейчас... подойдет. А тогда за месяц ждешь, когда она... Это, считай. Чтобы буханку хлеба испечь, нужно месяц было, да? Нет. Я же говорю, по 8 штук. А, по 6 штук сразу. Бадья большая, там 1,5 ведерная. Как залезешь, месишь ее. Аж под градом с тебе льет. Ой, ложечки. По 1,5 часа носили их. Сейчас машины везде месят. О, было, доченька, знаешь, мы доярками работали. Вот за 10 километров ездили в поле, скотину отводим туда весной. И пока снег не упадет. Мы садимся на доярок на открытой машине, там на бортовой лавке наложить, вот 4 ряда, бетона с молоком, у нас бетон под молоко едем, и мы на этих лавках. И вот сели эти 10 километров, ну давай, запевает одна, и всю дорогу песни. Как здорово. И туда, и оттуда, и весело жили. Ну вот и подошел наш долгий день в Бариновке к своему завершению. И знаете, сегодня удалось будто бы переместиться на сразу несколько столетий назад. Познакомиться с бытом тех людей, попробовать своими руками сделать то, что делали они. Это было безумно интересно, занятно и, самое главное, полезно. Что касается самой Бариновки современной, 2024 года, это тоже необъяснимо, но факт. Люди здесь абсолютно разные. Как вы сами успели заметить, есть и скромные, но есть и те, кто... первый раз тебя видит и открывает тебе все свое сердце и душу. И это не может не подкупить. Ну а сейчас время идти дальше и открывать для себя новые сельские цивилизации. Это была программа «Пришельцы из города». И мы идем дальше.